Если вы смотрите этот выпуск на Smart TV, у вас небольшие сложности с переходом по ссылкам. Вот, очень вкусный QR-код. Сканируйте и переходите. Наслаждайтесь каждый день и каждый час. Отвечаю, там очень вкусно. Привет, друзья, с вами снова я, Равшан Хаджиев. Это очередной выпуск программы «Одно место». Ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, вот это вот все находилось в Самарканде на уже легендарном самаркандском полумарафоне. В свободное от забегов время я, разумеется, ел и пилил старямбы. Я разозлил огромное количество людей, многих заинтриговал. Я получил массу сообщений по поводу того, что как-то поверхностно прошелся по очень известной самаркандской слоеной самсе, которая выпекается, на секундочку, в тандыре, а не в духовке, и почти наглым образом проигнорировал такой элемент, как самаркандский шашлык. Возможно, был грешок с моей стороны, поэтому сегодня я удовлетворю всех тех, кто был взбудоражен еще неделю назад. Я покажу вам слоеную самсу из тандыра и очень вкусный, красивый, аппетитный самаркандский шашлык. Даже поющие птички сегодня будут. Если вы готовы, поехали. Я сделаю это спокойно, причем не покидая Ташкента. Друзья, я приехал, найти место очень легко. Прямо сейчас я нахожусь на проспекте Мирзо-Улугбека. Совсем чуть-чуть не доехал до перекрестка Паркенского. Разумеется, проехал мимо станции метро Буюк и Пак Юли, ранее имени Максима Горького. В любом случае, конкретные координаты и локации ожидают вас внизу, прямо в описании к этому ролику. Опять же, если вдруг вы смотрите меня на Smart TV, то вот вам карта крупным планом. Разглядывайте на здоровье. Готов немножко подождать. Если вдруг и этого времени недостаточно, просто поставьте видео на паузу. Раз, два, три. О вкусных деталях и подробностях предлагаю поговорить в конце. Есть уникальные нюансы, я решил оставить их на десерт. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Салам, друзья! Самакан Самса Агам Макамад. Келин. Теперь уже точно мой большой друг Фрэнсис дело говорит. Самакан Самса Агам Мархамад, друзья. Вот как бывает в жизни. Приехал, попробовал, решил остаться. Лично я ничего сверхъестественного в этом не вижу. Самаркандская самса на это способна. Это очень легко и просто. Я обещал поговорить о подробностях. Давайте сдержу слово. Для того, чтобы спокойно показать вам, насколько здесь круто и очень вкусно, можно молча, просто-напросто, в обеденный перерыв выйти на парковку с камеры и показать, сколько здесь машин. Даже сейчас, когда все миновало, я буду испытывать колоссальные проблемы с тем, чтобы просто-напросто отсюда выехать. Вот прямо сейчас меня закрыли. Слава богу, я никуда не тороплюсь. Самса. Нежная, вкусная начинка, микс баранины и говядины. Слоеное тесто, в котором слоев больше, чем у вашего знакомого фотошопера. Это всегда очень вкусно и нежно. Я подчеркиваю в очередной раз, что эту самсу, несмотря на все, что она из себя представляет, выпекают в тандыре. Просто представьте, насколько это сложно, собственно говоря, круто тоже. Шашлык. У меня есть инсайдерская информация. Здесь огромный ассортимент, но я хочу обратить ваше внимание на баранину, потому что та самая инсайдерская информация звучит следующим образом.
Ягнят привозят сюда из-за амина. Они паслись высоко в горах и ели, не в обиду будет сказано, лучше, чем некоторые наши знакомые вегетарианцы. Вот такое мясо, вот такой шашлык, вот такая самса. Я не могу распыляться по поводу цен на шашлык, потому что ассортимент колоссальный. Проще вам спуститься в описании, найти ссылку на аккаунт заведения в Инстаграме и там в сторис, в актуальных, посмотреть на все большое меню. Обратите внимание и на шурпу тоже. Лично я сегодня просто за ней не успел понаблюдать. Лучше смотрите там. Там всегда актуальные цены, потому что вероятность того, что этот выпуск вы смотрите в 2027 году, все-таки присутствует. А вместе с ней и инфляция, и другие факторы, которые меняют прайс в конце концов, друзья. Все, все самые полезные ссылки внизу. Живите ярко, ешьте вкусно.